пятницу в Самарской области будет ясно, также жарко, осадки не прогнозируются. Температурный режим на прежнем уровне, днем плюс 29, плюс 34, ночью 21-23, выше 0. Ветер северного, северо-восточного направлений, скорость 2-4 метра в секунду. В Сызрани ясно, днем плюс 33 градуса, ночью плюс 23. Ветер северо-восточный, скорость 4 метра в секунду. В Тольятти ясное небо, плюс 32 градуса в дневное время, ночью 22 выше 0. Северный ветер 3 метра в секунду. В Самаре ясно и без осадков, дневная температура 31 градус тепла, ночью плюс 22. Ветер северного направления 3 метра в секунду. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 32%, температура воды в реке Волга 20 градусов, геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом esmeteo.ru.